Сбор эктоплазмы включу, пошел процесс. Гайд на Ghost Watchers. Ну, кстати, мне есть, в принципе, что рассказать, мне кажется, для новичков в Ghost Watchers. Я думал вот ночью как раз про это. Так, опа. Give me a sign. Дай мне знак. Блин, ну я не ожидал вообще этого сейчас. Пиздец. Да когда, блядь, такого никогда не ожидать. Покажи себя. Give me a sign. Ghost Watchers, да. А, вроде как да, вроде как здесь игра распознает только на английском. Вот. Но, честно говоря, что так, оно как-то хуёвенько распознает, поэтому, в принципе, я так просто иногда что-нибудь бу-бу-бу-бу-бу-бу и все. Дай мне знак. Хм. Кстати, нигде здесь сейчас его нет. Хорошего тебе отдыха на даче, Frost Fox. Ну-ка. Опа. Минус 5, плюс 5. Термометр. Так, хорошо. Значит, давай. Окей. Датчик МП-МП-3. Ну, можно, конечно, туда оставить, типа, этот, радиопипипник. Ну, давай я его здесь лучше положу. Так, так. И сгоняю за штуками-дуками, которые это делают. А счетчик частиц. Вот он. Опа. Пошел процесс. Give me a sign. О! Нашел. Сюда. Что такое? Какие срочные новости? ЗЗЗЗ-456 ГОП. Килла-тукей, приветики. О, Фредрих, привет. Добро пожаловать на стрим. Надеюсь, тебе понравится и ты у нас останешься. Так, 100-500. Ага. Блин, а где лучше оставить? Хм. Ладно, положу пока что здесь. Наверное. Так, тут-то у нас ничего. Хуй бы с ним. Скину вот эти все штуки. Пампкин повидло, кстати, тоже добрый вечер. Мне нужно. Это полтергейст монаш какую-то сакакиваки менанаки. Так, хорошо. Это я возьму сюда. Ни хрена себе. А, что? Подожди. Это полтергейст? Потому что у него вот эктоплазма реагирует на вот эту хуйню. Нифига себе, я имбу придумал. Так, подожди, хорошо. А что защищает от полтера? Давай вот возьму благовоние, это будет идеально. И вот это. Так, стоп, а может быть у меня получится в принципе сразу угадать, кто это? Какой это полтергейст? Но я сомневаюсь, что он какой-то. Мне кажется, он встревоженный, либо спокойный. Или средний. Блять, ладно. Ладно, потом. Лучше пока что не... Опа, запись в блокноте. Так, ага, человек. Полтергейст, ага. С доской он не взаимодействует. Молодой, все-таки реально. И с куклой Вуду, что он делает, получается. Так, стоп, что по заданиям? Забрать проклятую детскую игрушку, поговорить с призраком по радио, разозлить призрака, заснять призрака на видео. Нихуя себе. Ну, сейчас вот снимаю как раз видос. Так, ладно, я попробую. Может, получится? Ебать, я собрал штуку? Нифига себе. И посмотри, собрал штуку. Поговорить с ним по радиопипипнику мне нужно. Окей, следы насрать, в принципе. Следы мне... Опа. Все-таки он, видимо, неспокойный. Блин, у меня, я не знаю, теорий несколько по поводу Ghost Watchers, по поводу того, как здесь вообще призраки работают, вот это все. Типа, может быть, если он хотя бы раз делает вот такие гост-ивенты, то он больше спокойный, если он часто гостит и часто вот это делает, то, наверное, может быть, агрессивный или охотящийся. Мне кажется, что этот неспокойный. Мне кажется, что он либо агрессивный, не встревоженный, соответственно... О, подожди, кстати, звук куклы был. Он поднимает куклу, он спокойный. Подожди, или он спокойный? Либо он спокойный, либо агрессивный, я уверен. Ну-ка. Спокойный, сюда. Так, ну-ка. Что мне нужно для поимки призрака? Соль, благовоние. Ага. То есть смотри, я сейчас благовоние пока что скидываю, соль беру и чекай. И ультрафиолетовый фонарик. Нахожу штуку. Блять, где эктоплазма? О, отпечатки. Нормально. Блин, мне там нужно разозлить призрака, что-то, блять, сделать с призраком. Подожди. Стоп, какие у меня задания еще раз? Так, ну-ка. Мне нужна камера. Мне нужно, по-моему... Да, я попробую Midnight Ghost Hunt. Так. Разозлить призрака, заснять призрака на видео, поговорить с призраком по радио. Блять, а как с ним по радио-то говорить? Забрать проклятую игрушку. Ладно. Заснять призрака. Разозлить призрака. Ну-ка, давай. Давай-ка. Где же у нас тут проклятые игрушки? Проклятую игрушку я знаю одно место. Вот здесь. Она спавнится справа сразу. На входе в эту комнату. Но сейчас ее здесь нет. Значит, соответственно, сейчас я узнаю вторую. О, угу. Второе место, вот я и узнал. Окей, забрать с собой в машину. Так, это сделано. Поговорить с призраком по радио. Разве... Тумана, спасибо за 228 рублей. Конечно, помню, привет. Обновление фаз угодного добавили твое мнение. В смысле? И чего не хватает фазме, чтобы проходить, но... Кстати, зацени видос, который сделал https://yauto.by/dq4w9wgxq. А, в смысле новая обнова фазме? Ты имеешь в виду, которая планируется? Или там уже какая-то новая обнова фазме, что мне не сказали какого? Опа, вот оно зеркало. Так, мне нужно разозлить. Так, открыть
открыть все двери в доме. О, это заранее лучше начать выполнять. Подожди, соль мне нужно взять. Ghost Wafflers. Опа. Give me a sign. Ну я же поговорил с ним, по сути, по радио. ХЗ. Ладно. Ну все, я заснял его на видео, да, получается? Так, соль, благовония. А где мои благовония? Куда я скинул благовоние? Наверное, в грузовик. Потом нужно открыть все двери, принести в дом куклу Вуду и поймать призрака. Угу, ну хорошо. Ладно, надо найти штуку-дуку. Но она, наверное, на втором этаже оставшиеся эктоплазмы эти. Но здесь их нету. Не атакует он меня пока что. Опа-на. Ах ты, сука. Ты чё, попутал? Ебать. Взял, украл. Охуеть, а меня... Меня даже не пизданул, ты посмотри на него, а? Хм. Ой, знает, где благовоние... Ой, где эта эктоплазма осталась? Ну-ка, погоди-ка. Здесь? Нету. О, наконец-то я могу бегать. Опять. Куда он переместил эктоплазму ебучую свою? Рич! Ебать! Нихуя себе! Рин, что ты делаешь? Охуеть! Больше снова в игре? Снова в гонке? Блок, сорян, Даник. Пиздец, Рин, спасибо за 4000 рублей! Ебать! Нихуя себе! Беген! Беган-бегун! Рин, нахуй! Легенда в чате, блять! Ёб твою мать! Сюда нахуй! Во славу Ринч! Разъебал! Пиздец! Так а подожди! Блин, Ринч, а типа, это 100% так не должно быть. То есть, ну типа, блядь. Хотя хуй знает, конечно, я... У меня не было такого... Не было возможности в жизни моей 500 тысяч там за месяц переводить, блядь. Или сколько, я не знаю. Ну... Нормально. Короче, вот. Но типа... Там же, наверное... Как-то, я не знаю. Бля, мне прям самому даже стало интересно, потому что я не знаю. Типа, если просто банк видит, что ты кучу переводов за месяц делает, то он блочит тебе карту. А если вот, ну, ты хочешь, типа, тебе надо вот столько переводов. Или там по работе, допустим, если бы был. Ну, то есть, у меня, ну, если я вот каждый день как бы стримить буду, то на Donation Alerts, ну, такой просто график выплат, что, типа, каждый день могут приходить тогда выплаты с Donation Alerts. Потому что там ежедневно это происходит. И то есть мне карту могут забанить за это? Типа на время? Или это только на... Переводы... Бля, ебать, я в ахуе. Я не знаю, это пиздец. Так, открытие в доме, куклы в доме, куклу в доме. Куклу привезти. Принести. Смотри-ка, что я сделаю. Я блокнот возьму? Сейчас как найду, нахуй. У него это... Не то, что блочит, это образно. У меня комиссия дикая. К примеру, перевод 50к, и комиссия будет также 50к. Нихуя себе. А Лето шарит за все вот это? Блять. Нормально замансил. Блин, а где эктоплазма? Да, сука. Здесь страшно же, блядь. Что он творит? Шароёбится туда-сюда носит. Что-то там. Ходит, бродит, что-то там. Где, сука, эктоплазма последняя? Алекс! Алекс, приветик, многоуважаемый, здравствуйте, добро пожаловать на стрим. Хорошего вечера, спасибо, что заглянули. Привет, я нашел. Я затащил, нахуй. Пизда, я красиво сейчас затащил. Ты видел это? Все видели? Все посмотрели? Все насмотрелись, да? Как вам такое, а? А? Охуеть. Сюда, блядь, все. Принести в дом куклу Вуду, это сделано, все. Ну-ка, блядь. На-на. Просто все. Сбор эктоплазмы готово. Блин, ну теперь реально, вот в последнее время
Я не знаю, мне очень нравится Ghost Watchers играть в последнее время, потому что она мне как-то вот и проще дается, и я начинаю что-то новое пробовать. Короче, кайфово, реально, кайфово.